Ну що ж, ми повернулися до студії Майдан ТБ. Я хочу представити наступного гостя, голову політичного об'єднання «Сила громад» Андрія Карпенко. Пане Андрію, вітаю. Добрий день. На минулому тижні ми з вами якось так дуже коротко, нам не вистачило 30 хвилин, так поговорити стосовно головного питання малого та середнього бізнесу. Давайте ми зараз згадаємо про це і скажіть нам, будь ласка, чого в нашій країні не вистачає і хто не дає розвиватися малому та середньому бізнесу? Ну, я думаю, що в нашій країні не вистачає якраз про те, що говорив мій попередник, докладач, це законів, які регулювали відносини для малого і середнього бізнесу. Зробили такі, такі умови, щоб можна було комфортно це робити. Закони, вони що дають? Вони стимулюють розвиток. Вони дають залучення бюджетів, вони дають можливість розвиватися і наповнюється бюджет. Як кінцева мета, чи як кінцева ціль, ми маємо в бюджеті гроші, які можемо витрачати на соціальні речі. Що не вистачає? Так, правильно. Ми говоримо про стосовно законодавства, і ми про ці законодавства говоримо, але ви все для того, щоб, от ви правильно кажете, все для того, щоб було правильно, вірно, але не буде воно для малого та середнього бізнесу, тому що чиновники, які сидять, вони прописують не для людей і не для того бізнесмена, який там може розвивати та, і наповнювати бюджет, а вони під себе прописують. Правильно, тому що більшість чиновників, це, можна їх назвати так, менеджмент крупного бізнесу. І більшість законів, я думаю, процентів 80, вони, звісно, прописують під себе сохранення квот, бюджетних дотацій, якихось преференцій і так далі. По суті, у нас така інтересна система, де є партії, у них є свої акціонери, у цих акціонерів є найомні менеджери, часть із них депутатів, це можуть бути свої бувші працівники, там, знайомі, куми, свати. Ну, у нас ця тема така достатньо ярка, да, розповсюджена. І у цих чиновників, вірніше, у цих депутатів, вони лобірують своїх знайомих, які йдуть во власть, і, по суті, вся ветка вистраюється для написання законів, які дають преференції конкретним лицам. Соответственно, игнорируется вообще в целом страна, в целом экономика, в целом потребности людей. Это приводит в конечном итоге к тому, что мы можем видеть Майдан. Люди выходят недовольные, потому что системно не решаются проблемы не только малого и среднего бизнеса, а и просичных громадян. Мы видим ту же коммуналку, мы видим тот же обнищалый жилой фонд, мы видим воду в подвалах и так далее и тому подобное. Вот все это в конечном итоге приводит к очень нехорошим, ну, последствиям, да, если можно так сказать. Что нужно делать? Ну, опять-таки, мы на той встрече говорили, мое личное убеждение, что представителям малого, среднего бизнеса обязательно нужно идти во власть и точно так же отстаивать свою часть в доле политического рынка. Пока не будет баланса власти, пока у власти будут олигархи или олигархические кланы, ну, понятно, что их все остальное, кроме своего кармана, не интересует. И единственное, на мой взгляд, чего не боятся, это влияние международных стран, когда, по сути, через, скажем, разные санкции их заставляют делать нужные для страны вещи. В конечном итоге они приходят эти, все, что нужно делать, оно приходит с опозданием. И мы видим, как мы пожинаем вот эти плоды того, что вовремя не сделано, вовремя там трубу не починили, вовремя не провели реформу, вовремя не сделали еще какие-то вещи, да, там никто не занимался армией, да, все распродавали, никто не занимался написанием правильных законов, никто не занимался нужными для страны вещами. Как следствие, мир не стоит на месте, мы там где-то в рейтингах там 160-150, ну, где-то там на уровне Зимбабве, і так далі, знаходясь при цьому в центрі Європи. Ми зараз розуміємо і реально усвідомлюємо те, що політики не будуть нічого робити для людей, вони навпаки будуть робити щось для себе або перекидувати з однієї події на іншу, щоб відводити від себе. Тоді ми
маємо говорити про те, що потрібно налаштовувати суспільство, щоб люди самі усвідомили, що залежить все від них. Вони почали діяти, так як попередній спікер Анне сказала, що люди мають вправо втручатися в законодавство, щоб поправки якісь до законодавства або прописувати. Громадяни це можуть робити. Тобто ми зараз маємо, щоб відбулися якісь певні зміни, вже меседж доносити до суспільства. Абсолютно с вами согласен. Другое дело, что пока не будет баланс в парламенте, пока будут на манеже, извините, все те же, влиять будет сложно. То есть можно, но сложно. Для этого все равно должны появляться какие-то громадские объединения, организации, да, которые будут системно работать, ну, как минимум, хотя бы заставлять чиновников выполнять свои функции, за которые они получают деньги. До тех пор, пока в парламенте не будет баланса, до тех пор, пока в государстве не появятся люди, которые приоритеты страны и людей ставят на первом месте, я думаю, что все это влияние, оно будет иметь такой пока смазанный характер, да, то есть точечный. Что-то, кто-то, единичные инициативы могут быть сделаны. Украинскому суспільству в этом плане, я считаю, помогают международные страны, большие игроки, я их так называю, которые все-таки заставляют наших политиков там правдами, неправдами, да, там за морковку, как, ну, имеется в виду денег, да, мы вам денег, вы там реформы и так далее, тоже в этом направлении двинутся. Но опять-таки у нас все равно будет точка, да, когда должны прийти не новые лица, а другие. Угу. Понимаете, вот новое — это вот как бы можно взять нового менеджера, да, а другой — это человек, которого будет другой способ мышления, другое мировоззрение. Вот те украинцы, которые с успехом представляет нашу страну в мире, да, это айтишники, это там предприниматели. То есть в Украине на самом деле людей, которые могут строить и добиваться чего-то, очень много. Да, мы постоянно знаем какие-то классные стартапы, какие-то идеи, которые вспыхивают, привлекают много денег, они становятся успешными, и мы потом с этих людей берем пример. Вот мне кажется, Украине и нашему политику нужны именно такие люди. Я з вами погоджуюся, але оці також успішні підприємці, айтішники, коли вони бачать, що людина, яка проживає в Україні, громадянин України, не потрібно для своєї власної держави, а навпаки в неї вкладають гроші іноземні інвестори, то люди покидають країну і вони їдуть туди. І абсолютно согласен. Но здесь вопрос, знаєте, це все-таки наш дом. Да? У нас який є вихід? Можно, ну, на самом деле не так много. Выход номер один – это пристать, например, в старую систему, да, СССР. И мы видим, как часть Украины, да, приняла решение, там, правдами, неправдами, да, но вот ситуация то, это представим, это не борьба людей, а борьба систем. Да, вот старая система, новая система. И маленький кусочек, который говорит, мы хотим жить по-старому. Большая же все-таки часть Украины говорит, мы хотим жить по-другому. По-другому это, например, по европейским стандартам. Соответственно, нам придется, хотим мы того или не хотим, двигаться в этом направлении. Есть третий путь. Это найти свою уникальность, свое уникальное предложение для мира, да, и сказать, вот мы украинцы, мы вот такие, у нас есть вот, ну, какие-то ценности, да, и благодаря этим ценностям занять свое достойное место в мировой политике, не просто как страна, на которую кто-то напал, а вот именно как страна-победитель, как страна, у которой есть люди, которыми стоит гордиться, как страна, которая какой-то дает валовый продукт в общую мировую систему. І знову-таки, навіть якщо знайдуться такі люди, наші політики затьмять всіх, тому що своєю бездіяльністю або своїм маразмом, абсурдом, вони просто-напросто перекриють, перекреслять все. Ну, во всяком случае, знаете, я готов возразить. Почему? Потому что даже Майдан показал, и наши люди умеют мобилизироваться, да, и все-таки в какой-то, пускай не, ну, вот иногда радикальный способ, но двигать систему. И, на мой взгляд, политики, которые есть на сегодняшний день во власти, они все-таки понимают, чем это может закончиться. Поэтому будем надеяться, что вот этот опыт, который они сами проходили, будет заставлять их, пускай не быстро, но все-таки двигаться. Следующие выборы, которые будут, они, я больше чем уверен, что все-таки зайдут другие люди, да, иные, да, будет какое-то разбавление этого политикума, и мы двинемся вот именно в том европейском направлении.
Але якщо й буде розбавлення, оце не дуже багато, здається, пройде. А навіть як ну не пройде багато людей. Але якщо і пройдуть, то чи дадуть оці старі політиканти зі своєю старою системою діяти оцим новим? Ви розумієте, звісно, не будуть давати. Ну, это естественно, да, кто захочет поделиться своим огородиком, да, они уже сели, этим людям в среднем они в политике от 20 лет, да, мы видим Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Олег Ляшко, Тягнибок, Виталий Кличко, вот все они входили в политику, кто в конце 90-х, кто в начале 2000-х, вот сейчас, по сути, мы видим их, ну, как бы на вершине, да, они пожинают плоды своей работы. Эволюция показывает, ну, когда-то был Мороз, когда-то был Кучма, когда-то были другие, Медведчук, да, мы все видим, что это уже люди, которые ушли в историю политическую. И эти люди тоже уйдут. И я очень рад в том, что в Украине все-таки есть те люди, которые готовятся, да, и они обязательно придут в украинскую политику, и ситуация будет меняться. Да, это не будет просто, да, не будут пускать. Ну, що в житті легко дається? Ну, так. Якщо ми будемо говорити про сьогодення, про те, щоб відбувалися якісь зміни, мають в полі, мають в лавах ради, так, баланс якийсь бути, да, як ви сказали. Да. Цього балансу зараз немає. То, а якщо просто наші міжнародні партнери, да, якщо так можна сказати, якщо дають гроші, значить партнери наші. Якщо наші міжнародні партнери, ну, перестануть якось діяти, давати нам кошти, що відбудеться в нашій раді? Ну, ви знаєте, я скажу таку річ, що гроші нам давати не перестануть, вопрос, хто буде давати. Здесь, к сожалению, нужно констатировать следующий факт. Україна є об'єктом політичного, ну, то есть ринка, да? То есть представьте, что это футбольный мяч политической арены. Его не спрашивают, куда лететь. Ему будут давать, в зависимости от того, кто им будет играть, ровно столько денег для того, чтобы она служила тем интересам вот тех, кто этой страной играет. К сожалению, это факт. То есть нам могут давать англосаксы, да, либо европейцы, либо американцы, можно их так назвать, деньги для своих каких-то целей. Нам могут давать деньги русские, как они это делали, и вот те 3 миллиарда Януковича, о которых все говорят, это один из таких вот моментов. Также могут давать деньги через скидки, преференции, льготы и так далее. То есть механизмов, к чему я хочу, что я хочу подчеркнуть, деньги давать будут. Здесь вопрос, куда мы их потратим, раз, как потом и кто будет отдавать, и какую выгоду с этого будем иметь мы. И вот это, наверное, вопрос такой он глобальный. Да? У нас есть свое место, и мы субъект политического политики, да, или все-таки объект. Если мы Украина объект, это одна история. Если она субъект, это другая история. Тогда деньги, которые могут привлекаться в Украину, они даже использоваться будут по-разному. То есть, если это объект, мы их проедим. Ну, как это было, да. Если субъект, то мы будем создавать условия для новые заводы, новые рабочие места, привлекать людей, заохочивать, робити бизнес и так далее. Понимаете, ну, в зависимости от позиции, которую выбирает власть, и по-разному будет развиваться ситуация. Тобто, для того, щоб з країни попрошайки перетворитися в країну, яка зможе заробляти гроші, нам потрібно конкретно стати суб'єктом. Да. А для того, щоб стати суб'єктом, нам нужно определиться, какую ценность мы делаем для мира. Ну, в чем наша уникальность? Пример. Мы, например, аграрная страна, аграрно-технологическая. Мы площадка производственная для европейских и американских компаний. Либо мы, у нас полный цикл перерабатывающий от, например, выращивания сельхозпродукции до ее, например, расфасовки. То есть вариантов очень много. Задача людей, которые у власти, определиться с тем, который будет наиболее выгоден для нашей страны. Там, где больше всего будет заработка. Потому что зарабатывает страна, автоматически зарабатывает каждый гражданин. То есть, если в стране минусовый баланс, ну, понятно, что как бы на убыток... Він не піднімиться, да. Ми це розуміємо, да. Так, чудово. Да. Да. Але немає зараз оцієї політичної волі, які політики, які просто сіли і подивилися, в якій сфері ми найбільше розвиваємося, і ще більше почати вкладати туди гроші, або все зробити для того, щоб вона розвивалася, щоб справді, як ви кажете, показати свою унікальність світові. Ну, со слов наших політиків, у них все хорошо.
я так понимаю, платежки на газ их там не сильно пугают, да, там отсутствие или там дороговизна продуктов тоже, потому что вроде даже как они себе синдексировали зарплаты. Ну что, вот. Як в Европе доллар, молоко у нас також доллар. Что можно сказать? Ну вот, я думаю, конечно, это печально пока то, что наши политики, либо те, кто находится у власти, пока пытаются удержать власть. Наверное, самая большая трагедия – это то, что в самом парламенте нет консолидации политических сил, которые бы в какой-то хотя бы короткий промежуток времени проработали на государство. Они выясняли отношения, у кого что там больше, круче, кто сейчас хочет быть первым у кормушки и так далее. Потому что мы видим очень такую интересную ситуацию, когда, скажем, часть политической элиты пытается сохранить власть и стабильность, и часть политической элиты стабильно эту власть раскачивает. По сути, фокус тех людей, которые у власти, переносится не на развитие что-то создания, а на сохранение того, что есть. В то же время те, кто раскачивает, пытаются оторвать свой какой-то пирожок. При этом, смотрите, да, Украина находится в ситуации, когда у нас АТО, у нас отрицательный торговый баланс, сюда никто не хочет вкладывать деньги, нестабильная экономическая и политическая ситуация. Получается, вот те, кто сидят в парламенте, а их по сути, вот я бы сказал так, даже не акционеров, а лидеров, там человек 7, они не могут сесть и ради страны договориться, прекратить хотя бы там на год, полтора, два, вот эти чвары, да, выяснение отношений, заняться реальной созданием законов для того, чтобы развивалась экономика. Например, сделать тот же ставку на малый и средний бизнес, дать людям возможность зарабатывать, создать те условия, чтобы сюда очередь стояла из инвесторов, потому что в мире деньги есть. Другое дело, що сюди ніхто не хоче їх вкладувати, розумієте? Ну, тобто ми зараз як той човен, який на хвилях гойдається, гойдається, і ми чекаємо якоїсь бурі, що просто виплеснула. Да, тому, і тут, що... розумієте, ви абсолютно праві. Тут буря буде в чому? Либо команда, яка на човні, вона домовиться, і вона цю бурю буде переживати, либо ця буря смоє цю команду. Тут то же самое мы видели там, в 2000, там, вот, недавно, 2013 году. Угу. Да, то есть был човен, да, после човна остались шлюпки. Да, команда трагедию не пережила. А вот чи могла б Украина стати новим Сингапуром? Конечно. За який час? Ну, с нашими условиями, я думаю, 3-5 лет. Ну, очень много в Украине уже сделано. В Сингапур 50 лет назад был, на мой взгляд, в худших условиях. Ну, представьте, это Труханов остров, на котором нет ничего и даже воды. Растут одни бананы. Понимаете, нефти нет, газа нет, электричества нет, промышленности нет, вообще ничего нет. Это такой пиратско-контрабандный порт, через который там осуществляли торговлю, и была английская база военная. Когда англичане уходили, для сингапурцев, ну это все. Это вот с этой базой было связано рабочие места, какие-то перспективы и так далее и тому подобное. Когда... английская колониальная система трансформировалась, для них это было, конечно, шок приблизительно такой, как у нас в 91-м году. Другое дело, что там просто даже ничего не было. Угу. И они нашли свою уникальность, они смогли договориться, у них по этому поводу даже было Министерство экономического развития, у которого основная задача заключалась в том, чтобы договориться с крупными компаниями о построении заводов на их территории. Все условия были индивидуальные. То есть они, вот у них стоял план, например, в год привлечь 10 инвесторов. Вот человека оценили за выполнение этого плана. И они договаривались с Кодаком для того, чтобы делали фотоаппараты. Они договаривались с нефтяными компаниями для того, чтобы строили у них нефтяные перерабатывающие заводы. И так далее и тому подобное. И вот чем они занимались? Не выясняли отношения, а говорит, давайте договоримся, приходите к нам, мы будем с вами лично на индивидуальных условиях, только создавайте рабочие места. А у нас зараз війна в країні, у владі між собою не можуть домовитися, але у нас є, вся можливість для того, все є для того, тобто треба міняти владу, треба чекати, поки вони підуть, тому що, ну, ми вже побачили на прикладі того, що відбувається, що в них мізків не вистачить для того, щоб помінятися, вони не захочуть ділитися, навіть, як я сказала вам, стосовно того, якщо молоді, перспективні прийдуть, ви сказали, вони не захочуть віддавати своє, правильно? Ну, я бы сказал, наверное, следующее, что да,
С одной стороны, надо менять руководителя, как в любой компании. Проблема может быть не в компании, а наверняка в руководителе. Но опять-таки инструментов может быть несколько. Первый – радикальный – убрать. Второй – это создавать такие условия, так как, по сути, мы являемся акционерами общества, да, и мы выбираем президента, мы выбираем депутатов. Создавать такие условия, в которых эти руководители должны работать. Понимаете, работать, а не выяснять отношения. А що ми, народ, ми, суспільство, які ми можемо ці умови, які ми маємо умови надати? Не виходити на Майдан, то вже, здається, ми не виходимо. Ну, понимаете, вот такие вот митинги, акции, когда люди выходят, это и есть демократический инструмент для того, чтобы заставить чиновника что-то делать. Другой радикальный метод, ну, радикальный метод, наверное, будет даже некорректно об этом говорить, да. Но вот цивилизованное, демократическое, это то, что иногда происходит под стенами КМДА. Да? Люди вышли, товарищ Кличко, выходи, будем давай ответы на нужные для нас вопросы. Ну и сколько, какой відсоток того, что стояли люди под КМДА, увенчався успехом? Вы знаете, не готов сказать, зная единичные случаи, что вот несколько акций, которые были, люди добились успеха, потому что были приостановлены решения КМДА, притом безграмотные вот, принятие каких-то резолюций, безграмотные решения, люди остановили, были созданы рабочие комиссии, в которые вошли представители общественных организаций, и там вместе они начали вырабатывать условия для того, чтобы сотрудничать, да, для того, чтобы достичь цели. И эти общественные организации, один из запустили такой механизм, это судебная система, когда оспаривается в суде незаконное принятие тех или иных решений. И это достаточно эффективный механизм. Очень многие ассоциации, спилки таким механизмом пользуются. И вот на форуме, который был на той неделе, один из таких представителей выступал, и он говорил, что, вот, например, юридически это будет правильно, потому что чиновнику создаются такие неудобные условия, в которых он должен и вынужден начинать работать. К сожалению, либо к счастью, это есть пока механизм, который позволяет регулировать ситуацию в той системе, в которой мы находимся. А люди не хочуть сприймати, і правильно, що не хочуть, цю неправильну тарифну політику, яка зараз в країні. Але чи могли б люди якось заподіяти цьому, чи ні? Тарифної політики? Так. Конечно, можно. Для того, чтобы уменьшить тариф, здесь есть как административные методы, так и экономические. Я сейчас бы хотел сказать о экономических. На сегодняшний день, я точно знаю, работает программа, когда государство 70% компенсирует при утеплении домов, установлении индивидуального отопления и так далее. Есть такие банки, Укргазбанк, Ощадбанк. Вот, я знаю, такие программы работают, и, по-моему, месяц или полтора назад, еще когда премьером был Яценюк, эти вопросы поднимались на Кабмине, и банкирам ставилось во внимание, чтобы они более вели проактивную там, позицию с тем, чтобы разъяснять людям, что такие инструменты есть. Поэтому, если, например, есть ОСББ, дом, они могут скинуться, они могут утеплить дом, они могут менять внутридомовое обслуживание, вернее, внутридомовые сети, они могут устанавливать счетчики, и это есть государственная программа. То есть механизмы есть. Здесь вопрос, что государственные органы профильные не ведут разъяснительные работы, никто не занимается людьми. То есть вроде как законы и какие-то темы есть, что-то принято, но никто это не доводит до видома безпосереднього споживача, да, чи людини. А от якщо говорити про бізнес, від чого залежить зараз в країні бізнес і загалом, якщо для розвитку бізнесу, чи має він від чогось залежати? Звісно, він всегда зависит от правил игры, от соблюдения законов, от экономической ситуации, от налогообложения, то есть насколько комфортны. То есть некомфортно, двоякое трактование законов, вот вы говорили об этом буквально там час назад, да, автоматический бизнес в тени. Четкий закон, четкое соблюдение правил, условия, которые созданы, легкие. Да, то есть комфортно делать бизнес. Автоматический бизнес начинает развиваться, это естественно. То есть никто, ну, нет смысла находиться в тени. Тільки з того, що ви перечислили, під плюсиком дуже мало чого можна сказати. Пока, нас... да, к сожалению. Я би сказав, що у них
от прошлого правительства, я не знаю, как сейчас Гройсман, были начинания очень хорошие, но парадокс в том, что они не доведены до конца. И складывается такая интересная ситуация, что вроде как зарплаты начали с тени выводить, но не довывели. То есть сам частично решение, которое они сделали, оно как решение не рабочее, не работает. То есть нужен комплекс решений для того, чтобы люди из тени вывели зарплаты. На это должно все равно уйти какое-то время, потому что сформировалось очень большое недоверие к власти. И все думают так, ага, приняли, зараз щось змінять, а потом задним числом и пошла налоговая. Ну, тому що побачив, тому що так і відбувається. Тому да. Кредит довіри вже вичерпався. Согласен, но опять-таки, кто бы сейчас не пришел к власти, с чем он столкнется, и в первую делом, чем он должен заниматься, это налаживание коммуникации с людьми. И самое сложное здесь будет, это довіра, понимаете? Потому что за 20 лет все сделали все возможное для того, чтобы вот это доверие не было. Очень сложно доверие завоевать. И любой, кто зайдет во власть, он будет с этим сталкиваться в первую очередь. Але наше суспільство навчили такому поняттю, як 100 днів, тому люди сидять, чекають 100 днів, що відбудеться. Чи президент що зробить, чи прем'єр-міністр, чи Кабмін. Тому довіра, знаєте, через 100 днів може показати. Да, може бути. Але, опять-таки, з другої сторони, от у нас, як избирателей, який є вибір? Є в магазині на маркетинговій полці, наприклад, там 7 банок ікри. Да, там одна партія, вторая, третя. Они там брендируются, меняют прически и так далее. Но их пока 7. И мы выбираем пока из 7. Будет там 15, да, тех, которые будут лучше всего распиарены, что-то новое. Вот мы там выбираем. Раньше не было садового самопомощи, раньше не было других каких-то партий. Новые зашли, потом что-то произошло, товар, ну там бренд упал. Берем, например, Кличко и Удар. Появился, зашел, не стало, да. Были еще другие бренды, например, там, Свобода. Ярко зашла, все красиво, доверие не оправдали, тоже с полочки убрали. Так, ну який ваш прогноз до кінця 2016 року? Чого нам варто очікувати? І чи будуть якісь конкретні радикальні зміни на користь суспільству? Я думаю, чего-то радикального, по ідеї, бути не должно, такого форс-мажорного. Потому что уже те, кто находится у руля, они прочувствовали вкус, ну, скажем так, крови, да. Есть же, нет желания этим делиться с кем-то, поэтому, я думаю, они будут пытаться сохранить существующую систему. Никто не заинтересован на сегодняшний день в выборах, ни как краткосрочных, ни так и долгосрочных. Потому что и для Украины, для избирателей и для политиков это, конечно, будет большой проигрыш. Это снова нестабильная ситуация, снова расшатывание экономического курса. И я все-таки надеюсь, что лучше, конечно, чтобы выборов не было. Да? Если вот та парламентская часть, которая сейчас расшатывает тех, кто находится у власти, все-таки добьется своего, то выборы, по идее, должны быть в 2017 году. Это так хотят те, кто шатает стульчик. Да. В этом году мы увидим, я уже говорил об этом, промежуточные выборы, как довыборы. И здесь будет очень интересная ситуация, потому что между собой будут бороться как партия власти и приверженцы. Ну, там партия власти – это Порошенко плюс Народный фронт, так и оппозиционеры. Да, там Лешко, Батьківщина, Самопоміч. Мы видим несыгранность пока оппозиционеров вот между собой. То есть они все идут по-разному. Поэтому, я думаю, нас ждет захватывающий триллер, да, или драма, да, ну, по выборам. Головне, щоб ця драма була там, у лавах Ради, але зовсім ніяким чином не да, дійшла до народу. Я дякую, що ви до нас Спасибо. Завітали. Большое. А я нагадую, гостем програми був голова політичного об'єднання «Сила громад» Андрій Карпенко. Вдалого та плідного вам дня!